друзья, мы летим Аэрофлотом, как я уже говорил ранее. И в Аэрофлоте нашему Кирюшке подарили вот такой рюкзачок. Смотрите, какой красивый. Так, давайте распечатаем, посмотрим, что там внутри. Так, давай, Кирюша, раскрываем. Итак, смотрим, что внутри. А внутри у нас вот такая вот книжка. Покажи книжечку. Занимательный журнал для детей. О, какой красивый, да? Так, дальше что у нас идет? Вот такая вот головоломочка для маленьких детей. С губами, со зверьками. Здесь у нас магниты. О, какой магнит у нас. Стюарт и стюардесс или пилот и стюардесс. Вон, смотри. А этих даже две штуки, да? Тут даже две. Еще вот такая. Здесь у нас идет. Давай магнитики положим. Сейчас. Противоположности. Меня зовут Алексей Масляков. Противоположности. И ручка. Аэрофлот. Очень здорово. Большое спасибо Аэрофлоту. Кирюша, ты доволен подарком? Да? Ай, молодец. Летим рано утром. Встали в 5 утра. Все сонные, не выспавшиеся. Сейчас будем салон. А
куча пустых кресел. Ну а вот здесь расположились мы. Кирюша, все хорошо? Хорошо летит? Хорошо, да? Ну ладно. Все, всем пока. Скоро у нас посадка. А летать именно вот в таком режиме, когда практически пустой салон самолета, очень здорово. Всем рекомендую. Далее второй рюкзачок. Кирюша уже довольна, распечатывает его. Так что летайте самолетом Аэрофлота и будете получать вот такие подарочки. Давайте посмотрим, что внутри. Давай, Кирюша, посмотрим, что внутри-то. Итак, вот такая занимательный журнал для детей. Это что там у нас? Всякие картинки, да? Да. Ух, какая. Шапочка. Смотри, какая шапка. Ух, какие пазлы. Да. Пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Перетянем, давай. Ну, давай. Вот такие подарки. Классные.